до того, как мы получим урон от Кары. Лучше наоборот, балбес. У тебя больше хп, чтобы этот Биг Бэнг лучше пережить. Легче. Так, это распределили. А насчет, смотрите, когда будет появляться звезды, убиваем. Бассейн появляется. Самые дальние от босса закрываем. Что-то между стеной и боссом оставляем, чтобы всем не надо было далеко бежать. Вот он на себе марку кинул, чтобы ориентироваться, куда мы будем забегать. Я постепенно буду двигаться к ней, к порталу, к которому будем заходить. Когда мы зашли, шаман ставит портал, ой, этот тотем, замедление, он сковывает мобов, которые внутри. Мы бежим все к стене и не получаем никакого урона. Если что, кто-нибудь откинет саватом или лилем. Главное не стоять на том же месте, где мы и заходим в портал. Чтобы еще раз не портануло. Вот и все. Ничего там сложного не будет. Кара, вышли и так далее. Когда Войд будет убивать звезды, он скажет. Там, например, на одну тычку останется. На две. Уже на две тычки. На году. Если все плохо, минус 20 юзай. Фоне. Потом мастер Ауэр. Сейчас с первого пула не надо пить пейпот, долго говорить будет. Все готовы. Все, танк пуляет. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя. Включите эти полоски врагов, все включить, чтобы видеть, где вы стоите. Первый ударит, должен танк. Был. Звезды появились. Ставь. Все звезду. Кара вышли. Зайф. От звезды отходим. А что-то не оно есть. Сверстака. Кара вышли. Войд. Алло. А. Где твой микрофон? Тебе же нужно одно из кадров. А я по кнопке у меня стоит. Обзор будет. Ждите. Ждите. Заходим. К стене все. К стене. Умираем, умираем. Карл, или в портал. Все в портал зайдите. Все-все в портал. Не ждите, стойте. Не стойте ждите, когда убьют. Надо немножко побыстрее их звать.
А метку для кого ставлю? Просто так? Метка ставится для того, чтобы видели, какой звезду бьет этот. Ну, один я долго буду бить. Надо, чтобы уже 3-4 сдохло перед тем, как следующий появится. Я бомбу кидаю. В смысле 208? Алло, 221. Ну и что? Фаери? Касты медленные, понимаешь? У фаера очень медленные. Не знаю, как он успевал, у него, наверное, хасты много. У меня сейчас 300 хасты. Фаербол у меня кастится. Сейчас скажу, сколько. 2-6. Быстрее бежите. У него, наверное, хосты много. Следующий вайп будем давать. Чисто на вайпе диван, чтобы резать быстро. Если он работает здесь. Что, время пропало, кстати. Кстати, да. Не понял, что она всегда пропадает. Не, она нет, не должна. Но сейчас пропадает, когда они вот это реворк. А, пало бафа не хватает, понял. Ах ты, ты издеваешься, да, наверное? Понял, халявщик. Вот ты ударишь. Сумент. Все, давай. Ну, кто пуляет? Танк. А что ждал? Бэл, нет. Бэл есть. Звезды помогут мне. Тут Бэл в конце плохо. Стой, стой, не убивай. Убирай. Кара вышли. Сейчас дай бы. Кара вышли. Ну тут стукал у звезды. Это дохуя. Суровые. Двигаемся, двигаемся. Заходим. От мобов тандить. Кара. Выходим.
стеной будет. Твоя быстро садись тут. Сейчас забыл. Кара выше. Сейчас забыл. Как-то звезды намного быстрее убиваются, чем босс падает. Били осторожнее. Вот это видите в марке. Кара вышли. Плохо. Кара вышли. Суровый. Ждите. Заходим. Быстрее заходите. От мобов отойдите. Мало хп было, блять. Я побью. Кара вышли. Умает. Разитесь, чё? Чё, все живы? Помню, бой, да? А, все, ложитесь, заходите. Жёстко. А чё жена живая? Ты диван, что ли, кинул на нее? Да, поп. Фоня, ты издеваешься или да? Попробуйте там подхиливать, я не знаю, потому что очень напряженный бой. Лем, например. Ну, я бы тоже поподхиливал, но тогда меньше буду по звездам. Когда мы говорим? Когда мы заходили в портал, зачем ты диван на нее кинул? Никто не говорил ложитесь. Я говорил заходить. Никто, кроме не меня, не отдавайте команды, ложимся или не ложимся. Там я сдох и Рога сдох. Звезды нет, никто не до был. До этого Фони сдох. Первый, а потом уже вы. Фони сдох, потому что кинул диван. Если бы не это, мы бы убили сейчас. Так он дал после. Не, он после. Вышли. Ну да, он после того, как мы вдвоем уже лежали секунд 10. У него маны не было, типа, все равно это некому было хилить. Тут надо помогать, потому что я не знаю, вот если вместо ДК был бы ШП, это было бы 100 раз лучше. Ну не то, что даже монореген, а то, что гимн даже. Шаману надо подхиливать, потому что при взрыве звезды, ну, хэпал просто просаживается. Он как бы хп сдает, но он просаживается. Он... Я не знаю, как ему надо играть, чтобы... Не знаю, как он играет. Там и божественное просветление, и клятву по КД, и что-то на МП5 надо, и жрать, и пить, что-то хрен его знает. И триня на хосту у него прокает, там вообще жопа мана садится. Вообще я чё-то кучу. Бафайтесь быстрее. Время-то идет. Хапку. Ну а можно не убивать эту сферу перед Суровым? Вот как мы его добили. Кого? Можно было ее не убивать? Ну вот мы убили сферу и лоу-хэповые зашли под Суровый в портал. Можно типа было? Не повезло. Можно не убивать, блин, но тогда у нас... Нужно... Короче, есть тайминги определенные. Звезды каждую минуту появляются новые. Если ее не убивать быстро, то будет хуево. Вот и все. Если какую-то не убивать, где-то стопать, будет вайпер.
момент. Какой цемент? Симметрия. Симметрия. Мимик, что ты не готов? Авари клабдос. Паско. Даже буквы N нету в нити. Каску по мимику дай. Да вот не знаю, спасибо. У меня каска на 8%, а паладин мне ничего не дает. Паладин, где каска, ёб твою мать? Он даже по себе МП5 не дает, по-моему. Да? Буду давать МП5 на этом боссе. Пожалуйста, отстаньте от меня. Ну... Если вы, блядь, не знаете, что крест не суммируется, блядь, с ебаным тотемом на весь рейд, это не моя проблема. Хватит так. Припод 5. Так кринжал тотема какая? Зрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. Пел. Звезда. Почему-то там на группу действует, если у меня висит какой-то прям папа. Оставить свой класс. Не, может какие-то там типа вот этого трепета действуют на группу, но, блин, не все. Тут его хпшная есть. Убирай. Как вышли? Лес? Он АФКшит или что? Лес? Прием, прием. А, ложимся. Если такое дело, то давайте лучше 10% каску. И тогда нормально будет. И не бафайте это говно 8%. Если тотем весь рейд достает. Какая-то малохня происходит. Не бафайте эту каску. Почему? Кто говорит почему? Ну просто почему не бафать? Я говорю 8% каску не бафайте, потому что есть... А чё меликом бафает вместо каски? Ну, есть сова одна в рейде, она не милик. Еще вопросы? Чё? А миликом можете бафнуть. Каска 8% бафается всем. Ну там вот сначала нравится. Ее даете, потом носовую 10% и кулак по 3 дк и по роге. И все, нормально будет. Есть тил 10% каска есть. Вот сейчас я кину 8%. Вот сейчас перебафывай каску по себе, по кому-то МП5. На всех разрешениях. Проходя, не надо остановить. Паладин. Пожалуйста, успокойся. Ну в смысле успокойся, ты бафни 10%. Вы видишь, я ману отбиваю. Не, ты можешь успокоиться? Я тебе ничего не говорю. Я ж тебе не говорю, бросай ману пить. Ты просто говоришь то, что я делаю весь бой. Точнее весь.
Ну так надо это озвучить просто было. Ты сидишь, молчишь. Мы только сейчас узнаем, что шаман тотем на МП5 ставит. Надо это молчать сидеть. Можно это сказать. Что, не хватает мимик? Весь Синст ходим с 8% каской к выручке. Весь Синст 10% ходишь. Нормально, он бафет РДДшником, нормальную каску, не переживай. Мимик, он баф. Каску дай. Блять, у меня мака, да. Непостижимую даже для величайших умов. Что там было? 10 секунд, да. Когда... Зада. Забирай. Кавыши. Блять. Босс в портале стоит. Он закрой там, где под жопой его. Вышли, вышли. Отделка. Заходим. Срез, пожалуйста. Так, сколько мы здесь? 6 минут. Что-то мы походу не по ДПСу не успеваем, не по ХПСу, да? Или мне кажется. Ну там экзекутор, в принципе. По всему не успеваем, походу. Успеем. Сюда идите. Зачем вы стали? Масейс был уже. Иди сюда, Кадилка. Баф. Фу, никуда ушел. Прилагаюсь, когда висит.
А с рыбой стоит проклятие. Вовсе есть по местам. Еще Гера 46 секунд. Значит, в конце тут. Узрите необъятную вселенную, недостижимую даже для наивных умов. Просто бурсы подкопите под это, под Гера. 15 секунд осталось. Звезды. Три секунд. Выше. Был. Забери с меня. Сейчас забудь. Вышли из меня, мили, вышли. Вышли из меня. Пони. Сейчас тебе взорвется. Блядь. Я не могу успеть поднять рейд, но зачем я взорву? Милики зауешили. Я кому говорю, включите, блять, здоровье, полоски ебаные. У меня есть полоски, но я не умел, умерла, блять, половина рейд. Да я остальным говорю. А у мимика есть Иршан? Мне это не нужно, точно. Если хэпал Иршан попробовать. Потеря на ПС будет. Поговоришь, блядь. Приходи еще. Тут не в хиле дело, а в том, что люди наносят урон. По звездам. Нет, смотри, тут надо их и убить быстро, и поднять между убийствами. Ну, поднимать не успеваем, а если убивать... Я взорвал сферу, у тебя через 10 секунд и вторая сфера. И чем я сделаю тебе? Прошу, что ли? А чем можешь? Попробуй. Я детей, блядь, с 15 лет начал рожать. А ШП у жены есть? А, я думал, что до космика. До кары, точнее, убивается. Ну тогда после. Смотрите в таймеры. ДБМ. Войд. В какой именно? Между призывом звезд четырех. То есть первую звезду. Первые звезды 15 секунд после пула. Первую звезду надо убивать не дольше, чем через 10 секунд. А мы убиваем дольше. Из-за этого все складывается, и потом мы просто засремся и все. Если первую убил дольше, то вторую, соответственно, еще и на вторую еще меньше времени. И так оно складывается. Поэтому получается, что третья и четвертая взрываются одновременно. А потом будет седьмая и восьмая взрываться. Бабку. Если не помогать хлопать. Чем быстрее убить звезду, тем больше времени у хила поднять рейд. Все очень логично. Просто вы думаете, что один человек с этим справляется, и не помогаете бить. Зачем я метку тогда ставлю? Просто подумайте. Дроид баф.
Ну, я помогаю. Я, конечно, все понимаю, ребята. Я говорю, как бы вы не знаете меня и типа нахуй меня слушать, но я тут не первый раз. И знаю, как на него надо играть, на этого алгалона. Звезды должны быстрее бить. Все ДД должны бить первую звезду. Первую. Ну, так я тебе и говорю, оно будет складываться. Первую, а потом мы хуй положим, да, как пойдет, или как, типа камни с неба, да, или как там есть поговорка, хоть трава не расти. Не так оно, ребята, все работает. Я тут и кидаю, как получается. Бурик может еще кинуть. Просто себе вдвоем бить, то это уже не очень будет. Звезда. Все. Кара. Откату. Был. Сейчас завец. Чё, легче, да? Ка, забирай. Велик, отойдите. Звезды. Так это у этой. Вот и вся математика вам стала легче. А, вышли. Сейчас заходить надо, ждите. Заходим. И к стене. Что там? Вышли. Балбет. Быстрее надо убить. Сейчас будет. Стака. Короче, щиты. Пошли. Блять. Ну вы смотрите на айтфреймы. Это три созвездия просто. Падайте. Ну короче, сколько там? Четыре. А. Верса 6, 50%, ну плюс экзекутка. Блять, ну если учитывать, что на экзекутке больше. Да, ну как бы со созвездиями, они когда три одного человека бьют, тут ничего не поделаешь. И вы сами сейчас видели, когда быстрее звезда взрывается, то момента и времени прохилить у филов больше. На это надо играть. А не на то, что там мой там ДПС босса потеряем. Блять, вы сначала переведите его до 20, и потом уже смотрите, потеряли вы там или нет. Звезды один хуй надо быстро убивать, а не, ну, когда вы кладете хуй на звезды, ну, хуёво получается, у меня еще мана садится. Сейчас заебись было в начале, потом пару звезд подзабили, а вот так хорошо. И созвездие, ну, ДКшник, который дамажит цемент, он может просто ненавязчиво подойти за дырку, стаунтить, нажать притяжку или ставки. Что такое цемент? Ну, ДК, третий такой ДПС. Что-то не вижу. Типа, если ДК еще здесь сосистит танку, который не танчит босса, и тогда получится в один момент два созвездия будет два человека заводить. Это делается 5 секунд. Заводится в дырку.
А потом одно остается. А сейчас там мне три было, они шотнули. Ну тут ничего не сделаешь. Хоть один падает, там сразу все по пизде пойдет. И все тайминги эти. Рыба стоит. Нам нужно быстрее, чем Кара идет, убивать звезды. И все. Все будет хорошо. С промежутком секунды 4. Фоне тебя сильно бьют звезды. Ну, типа по ХП. Просто если у тебя нормально все, ты можешь вместо ХП фласки выпить на что ты там обычно пьешь. Ну, созвездие же 70 тысяч по хапалу настреляло. А, Мили, наверное, ау ешет, переагивает. Сейчас Белл будет со старта. Взгляните на мир моими глазами. Больше в кине. Блин, что это? Звезда. Быстрее. Вечер. Вышли, вышли. Сейчас будет взрыв. Сейчас будет заезд. Вышли, 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 вышли. Сейчас сам справишься. Звезда. Вышли. Если созвездия появились. Давайте убить его. Сейчас взрыв будет. Ждем. Заходим быстрее. В стене. Все нам. Осторожно. Ждите. Жука резать. Да. Теперь встанешь после взрыва. Сколько осталось? Две. Сейчас взрыв будет. Вышли. Сейчас взрыв будет. Захил. Велики. Сейчас Ка, жди. Забирай. Тут лук, конечно, есть.
Кара, вышли. Ждем. Ждем. Заходим, заходим. Сука. Ну я хуй знаю. Сколько там, 45? Выбери себе 40. На 3 минуты, 45%. Пойдет. Ну нужна помощь, один хуй на всех звездах. Потому что вот там это зауешилось. Пока мы в тьме были 5 секунд, она 5% каждую секунду по проценту тикает же, с хп теряет свое. Ее по-хорошему до заходов суровый. Ну, блять. Надо ее задотать до захода и чтобы она умерла, когда мы зайдем. Да это вообще сказки, бля, это вообще пиздец. Это надо в Англии быть, чтобы так было. Ну, первый раз они умирали. Ну, то есть, до первого этого. Первые 4 умирали хорошо. Там же сдвигается, видишь. Суровый он каждый 90, их 4. Эти звезды с пула 15 секунд, потом каждую минуту по 4. А созвездия с пула каждые 50. И они пересекаются там. Это надо еще, блять, доживать до берсы, чтобы знать, когда и что, как пересекается. Так что как первый раз мне будет на второй суровый, не так уже будет ситуация. Ну один хуй, вот как я не посмотрю, их надо быстрее просто взрывать. Просто, ну сама математика в чем? Ты за 5 секунд звезду хлопаешь, ну типа, там не обязательно в нее свечиться, просто кинуть какую-то хуйню. Как она называется, там, попроку, там, фаербол, там, порчу повешать и дальше бить босса. Чисто на звезду. Просто дело в том, что из этих секунд, типа, если его, допустим, за 7-8 взрывать, хилу огромное количество времени будет, ну просто посчитай. 8 на 4, 32, это у хила будет 28 секунд поднимать рейд между звездами. Ну, с головой. У трех хилов, у двух. А если дольше, у хила сразу меньше времени будет, и сразу все по пизде пойдет. Давайте баф. Потом осталось. А, камни поставь. Если у тебя есть. Бейте камни. Ну, блин, к 40% еще помалить сижу. Сейчас звезды поедут. Поедет. Бьем. Здесь. Убиваем. Взрыв. Кара вышли. Сейчас взрыв будет. Вот это в следующем. Сейчас взрыв будет. Убирай. Стой, не бей. Кауши. Взрыв. А тебе банан ты. Прихожу, ломай. Не могу отвинуть. Кара. Отойдите.
Ждем. Заходим. Не съешься? Кого хапнула? Убьем. Сейчас за ним будет. Забрал. За ним сейчас будет. Отошли, отошли. Ну нет, мам. Окей. Гейм пускай будет. Сейчас за ним будет. Слишком быстро убиваю. Кажется. Кого вышли? Молбеска, готовься забирать. Сейчас за ним будет. Там вдалеке его хпшно. Это? А, вижу. Сейчас за ним будет. Да. Вышли, вышли, вышли. Сейчас все будет. Блять. Ну, просто не тянем немножко, блять. Нет, мы слишком быстро сейчас убиваем. Ну, ну, типа, я ничего не, не буду против говорить, типа, давай попробуем медленнее убивать, мы еще хуже будем бить. Просто немножко поодеться надо хилам. И сетап действительно, вот без манригена, без редкота, ну, просто мы сосем лапу, балыгу, блядь. Чисто потому, что просаживается хил. Ну, скажем, блядь. Ты. Мы первые четыре сферы слишком быстро убиваем. То есть первый нормально, а дальше уже идет. Так ты понимаешь, если мы будем их медленнее убивать, будет хуже. Смотри, давай. Должны, должны чередоваться. То есть сначала взрыв, потом кара. А у нас получается, мы идет первая кара, потом после первой кары идет сразу два взрыва. Это уже слишком быстро. Нету монорегена. Не знаю, думайте, что хотите. Не медленнее, не быстрее. Вот эту всю парашу тут, ну... Есть у кого-нибудь танковский спек? Есть. А, пускай жена спекается в ШП, я за хулипал зайду. Давай. Как ты хочешь, в два хапала? Ну, в два хапала идем, что делать? Если у нас по манореге... за монорегена у нас проблема сейчас. У нас люди по мане садятся. Я могу просто фраст спекнуться. Но хз какой-то урон будет в расте. Лучше попробовать как-то, чтобы больше маны было, потому что он, смотри, он просел по мане и очко, и все пожил, пизде пошло. Как бы и у босса еще пол хп не убито. А то, что убиваться они быстро должны, это стопудово. Ну типа, если ты будешь их медленнее убивать хотя бы на 5 секунд, они будут просто накапливаться. И ко второму суровому, 7-8 звезда, они просто вместе взорвутся. То есть они убиваются до того в быстром темпе, чтобы, чтобы оставлять время прохиливать. А если убивать их, стопнуть там чего-то, это вот эти все стопания, они выливаются в то, что на последних звездах, когда уже 3, 4, 7, 8, 11, 12, когда у них мало хп, когда как раз вот эти стопания нужны, как раз нужны стопания, у них хп тратится каждую секунду автоматически у звезд, они умирают. За 100 секунд они умирают автоматом, если их вообще не бить. И получается коллапс. Получается то, что, блядь, звезды взрываются сами. Поэтому их защищать максимально быстро надо. Тут на монорегене надо жить. Ну. Сейчас я осумонить. А у кого спек есть? У цемента? Типа у меня не есть. Давай, я сейчас во фрасте попробую. Так. Немного билд поменяю. Это получается латте заходит, да? Ну пока, подожди, не захожу, он говорит, сейчас во фрасте попробует. Типа, что манреген какой будет, ну хуй знает.
будет. Такой же. Паладина, как его шипа. Я если в мишке буду, я Иннер могу кидать хилу. А если я в сове, я, ну, сосу сам по мане. Ну, типа... 4 звезды разбил, пол маны нету, блядь. Еще 4 разбил, все, 20%. Я хуярю Иннер себе. И ШП плюс самое заебись. Оно остается, ШП остается. Одно, один. И в тучке выживает суровый. И потом танки заходят, просто танкят и набирают агро. Тем более ДКшник вообще без проблем. Любой танк проблем не испытает. Потому что у всего рейда обновляется агро. Ну а так мы, конечно, блядь, страдаем просто. Секунду. Блять, не те символы. Вообще не те. Ну, балбес, ты понимаешь, почему его не убиваем, или не понимаешь? Если мы до 40% доживаем и сухие, что делать? Вот твои предложения какие? Что надо сделать? Да тут не в хуйне дело, тут, ну, кулипал высыхает. За 2 минуты. Как играть? Ну так они высыхают, потому что таймеры не соблюдают. Если дольше бить, мы просто тоже сдохнем. Смотри, должна идти сначала взрыв звезды, потом кара. Звезда звезды, кара. По 4 каждый будет. И потом суровый. У нас получается между второй карой и первой 2 взрыва звезды. Про какие сферы фоне говорит? Не знаю. Из-за сфер неправильно. Это что? Ладно, хорошо, ну давай вон кто-то другой побьет, посмотрим как будет. И в 25-ке то же самое. Откройте, посмотрите видео, как они били. Те траи, где вайпы были, там прекрасно видно, что звезда 7-8 копилась. И они взрывались просто одновременно. Когда стопали под кару, под всякую парашу. Она должна просто быстрее убиваться. Третьего человека поставили и стали убивать. Так звезда-то умирала быстрее, чем тут. Правильно? Ну, да, там еще сейвы есть. А тут сейвов нет. Давай, ну типа, я не буду сейчас звезды бить. Ставь кого-то другого на звезды. Может быть там какой-то тайминг божественный будет. Быстрее, медленнее там. Просто я, ну, здесь не первый раз. Дольше будешь убивать звезду, дольше, больше проблем будет. И все, оно по нарастающей. И потом ты ману проебешь. Ты за 2 минуты ее стабильно проебываешь, а потом ты проебешь. За 1.5 будешь не проебывать, а потом половину маны проебешь за 30 секунд. Одна хуйня будет. Либо просто кто-то сдохнет. Вот и все. Так и будет. Сумать. Сейчас не знаю сколько, 7-8 тысяч маны есть или генит. Ну хуй знает, хотя бы 4 тысячи за 2 минуты. То уже проще должно быть. Лапку. Давай наставь кого-то другого на звезду. Я босс побью.
Вот, пускай он может вон с магом своим похерачить. Ну, не знаю, или маг, или шаман, кто, ну, сильно ДПС. Ну, шаман, наверное. А то босса интересно бить тоже. Мне тоже интересно побить босса. Я просто тут как бы не десяток раз слез, 100 раз здесь был. И все это можно по видео посмотреть, как и что убивается. Кстати, элементаля поставь прям под босса, а он автоатакой еще бьет, когда в ККД входит. Давайте. Смейтесь. Это имец. Звезды помогут мне. Ну, 3К уже петлю наносит автоатакой. Вышли. Взял. Сейчас мы это... Забирай. Вышли. Сейчас забыть. Заходим. Быстрее. Вышли. Меня стоп. Заберу. Сейчас так будет. Вышли. Имя. Сейчас заеб будет. Вышли. Сейчас заебает. Забирай. Лобеска, забирай. Резать его? Да. Пошли. Сейчас заебает. Блять, хуёво. Заходим. Сука, не дашь. Кто-то закрыл. Ой, блядь. Падайте. Ну вот сейчас смотри, мана у него полная почти. Сколько там отрегенил, можно посмотреть? Ну, урон у меня вообще пенский просто. Как у дауна. Ну, десятку, прикинь, десятку отрегенил. Но это 3,5 минуты уже прошло. Это же вообще, прикинь, как его решает. Вот представь, просто десятка маны. Да, дело не в этом, а в том, сколько мы вы снесли за это время. 42%, наверное. Жизнь не может быть вечной.
Да, я растерял. Я думаю, ребят, тоже, еще я заметил, видишь, когда вот я кайчу эти звезды, да, когда в порталы завожу, очень многие бегут туда, где на мне звезды висят, когда я возле портала, то есть все пытаются в этот портал, где звезды летят. Я специально отвожу в самый дальний от босса. Да, Фоня, я сейчас затупил. Типа я во фрасте, во-первых, не бил никогда этого босса. Жесть, как сложно. Какой ФБ? Фростбол? Ну, фростбол-то тут не очень бьет.